Итак, всем привет, с вами, как обычно, Лемдецкий, я продолжаю проходить Крутачки, новый сезон, по-моему, часть 28. В предыдущей серии я проходил Мелодии Рамона мини-игру, прошло только первые три уровня, хотел пройти четвертый, но не получилось, хорошо. Сейчас я попробую записать, ну я уже без записи прошел до седьмого, но у меня выключился компьютер, к сожалению, придется, ну, выключился, перегрелся. Видимо, перегрев, как видите, бывает после каждых 6 месяцев. Вот. И мне надо перепройти сейчас для вас заново видео. Ничего страшного. Я попробую пройти, хорошо. Мелодия номер 4. Вы выиграли 16300 очков. Спасибо, хорошо. Я знаю, что осталось танцевать под... Ну, я просто... Танцевать последнюю мелодию Рамона. Я знаю, просто я... перезаписываю данное видео, потому что... Дошел до 7 уровня. Вот. Но у меня выключился компьютер, и... Вот. И поэтому второй раз перезаписываю. Так что мы 5-ю мелодию сейчас будем проходить. Хорошо. Сейчас все будет нормально. Пройдем все уровни, попытаемся. Медленно ездить, а иногда быстро танцевать. Рамон, он танцует как ангел. Твое второе имя Рамон. Надо перестать кривляться. Надо потренироваться мне, как говорится, хорошо. Пробуем переиграть, хорошо. Рамон! Рамон! Шаг вперед, шаг назад. Ух! Без
Это немножечко... Блин, ну ладно, хорошо, переиграем еще раз. Что это он там делает? Пчелу стряхивает, а? Осторожно! Немножечко плохо, но мы все равно выиграли. Хорошо. 14 очков. Нормально. Пятая мелодия прошли. Хорошо. Осталось еще 6-7. Хорошо. Как говорится, игра скоро будет пройдена, если мы пройдем эти еще 2 уровня мелодии Рамона. Хорошо. 6 и 7. Хорошо. Сейчас все попробуем. Попробуем. Иногда надо медленно ездить, а иногда быстро танцевать. Классно танцуешь, Рамон! Ой-ой, не поцарапаться бы! Ох, спица с ритм. Сальса! Осторожно! Чуть-чуть надо поиграть, чуть-чуть потренироваться. Хорошо, но уже лучше получается, чем было. Хорошо, потренируемся сейчас чуть-чуть. Переиграем. Перестать кривляться. Твое второе имя Рамон. Нет, и так нужно все повторить. Все, переиграем еще раз. Не бывает никогда без первого раза ничего. Хорошо.
4, а ну быстро на танцпол! Так, я сбился, еще раз попробую, потому что я отвлекся опять. Надо подготовиться, хорошо. Привыкнуть к этому управлению чуть-чуть. Хорошо. Сколько раз я записываю, не получается. В следующий раз можешь получится. Ну посмотрим. Что он там делает? Пчелу стряхивает, а? Надо.
Блин, попробуй еще раз. Я сыграю, попробую. Это ужас какой. Рамон! Рамон! Надо перестать удивляться. Раз, два, три, четыре. А ну быстро на танцпол! Блин, ёлки-палки, блин, переиграем уровень. Блин, всё получалось, теперь не получается. Ну, тяжело уровень проходить. Ой-ой, не поцарапаться бы. Так, еще одна попытка, и все. Мне уже надоело. Переиграем, ну сколько можно уже. Иначе придется следующую серию снимать. Ёлки-палки. Ужас какой. Рамон всегда такой. Такой... Вперед, шаг назад, ух-ха-ха! Последняя попытка, и если это не получится, все, тогда перезапись будет. То есть следующая серия будет тогда. Мне уже надоело перезаписывать одно видео, одно и то же. И все одно и то же плохо. Осторожно! Нет, не так, нужно все повторить. Так, еще раз. Еще одна попытка, последняя, но я хочу все-таки выиграть. Если это не получится, тогда точно в следующей серии будет. Рамон, танцующая машина! У-хо!
завершаем данную серию. Серию завершаем. Сохраняем игру. Я попробую в следующей серии нормально пройти 6-7 уровней уже. Пусть серия будет короткая. С вами был Лям Вецкий. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте и ждите следующей серии. Мы пройдем. Я попробую пройти Мио Дермона номер 6 и номер 7 в следующей серии. И пройти всю полностью игру. То есть уже эти два уровня пройдем, и все. Игра закончена будет. Все. До скорой встречи.